автобус, дети читают стихи. Ученица 10 класса школы номер 19 города Владимир, Тамаза Ломальян. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же говорят абстрактно. Я обращаюсь вновь к потерям, они трудные, невозвратные. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья, и вроде день у нас погожий, и вроде ветер тянет к лету, а укаемся мы с Сережей, но леса нет, и эха нету, а я все слышу, 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 их голоса припоминаю. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая.